Завершаются наши январско-февральские походы в цитадель. Вот. Маршавские. Будут ли другие? Это зависит от того, куда мы сможем проникнуть в цитадели. Именно нас интересуют внутренние помещения. Ну и, конечно же, музеи, которые там открыты или будут открыты. А также исследования того, что мы еще, до чего мы еще не дошли. Мы идем к мосту. И вот мост. Но так как мы сейчас не переходим. В планах две цели. Прежде всего, Модлинская крепость, звезда в Варшаве, а также крепость Цитадель Александровская, но на восточном берегу. Ну, друзья, укрывается от нас постепенно. Крепость. Почему? Так, тут поезда. А тут вот видите сооружение. Там идут трамвайчики. Трамвайчики мы тут можем. Потом мы рассматриваем добро. Наверное, мы на этом сейчас закончим. А вот знакомая фирма. На восточном берегу цель, конечно, немножко призрачная. Скорее всего, все уже давно срыто и уничтожено. Но интересно было бы обнаружить какие-то остатки Александровской цитадели. Значит, крепость остается там. Это Висла. Что же мы тут видим? Тут должна была быть другая часть крепости.
осталась ли она. Пока лишь пробую по планам и сохранившимся картам, и также с Google Earth рассмотреть расположение той части крепости на восточном берегу. Есть только одно сомнение и подозрение, что это именно часть будет находиться на территории Варшавского зоопарка, что практически в некотором смысле затруднит обследование ее, но может быть при посещении очередным зоо что-то похожее на остатки крепости там удастся обнаружить. В общем, задача поставлена, надо ее выполнять. Смешно, друзья, почти 30 лет живу в Варшаве, и эта цитадель для меня практически не существовала. Я что-то знал, что-то слышал. Теперь же ее уже не выкинешь ни из головы, ни из сердца. Это уже, можно сказать, печать до конца моих дней, как вот на этом люфино орудие. Ну, что делать? Все. Хорошо, что хорошо начинается, а еще лучше, если оно хорошо кончается. Мост Гданьский. Что ж, варшавские крепости и звезды ждут меня. И, друзья, если кого заинтересует, пишите. Вместе мы продолжим поиски.